Как вы думаете, найдут ли современные ученые лекарства от старости? Я думаю, что да. А как скоро это произойдет? В течение ближайших 15-20 лет. Что это будет за лекарство? Скорее всего, это будет растительное лекарство. Любому человеку это лекарство будет продлевать жизнь? Ну, я думаю, что не всем. Есть люди, у которых анамнез очень отягощен различными болезнями. И здесь возможны варианты. Люди будут просто друг друга любить. И как бы любовь, самое главное, вот это лекарство от старости. То есть любовь – это лекарство от старости? Да, любовь – это лекарство от старости. Если человек будет друг друга любить, они будут молодеть и душой, и телом. Нет. Нет? А потому что… потому что это нужно искать годами. Годами это нужно искать. А это очень много. Такое лекарство сделать почти невозможно. Но у них же есть на это время. Как раз когда ты вырастешь, пройдут годы. Да, ну нужно потом нужно сначала выкопать, что нужно для лекарства. А потом это. Потом плесть. Потом ехать из этой страны на фабрику. Потом фабрики это делают, перерабатывают. И вот что. Спасибо. Пожалуйста.